ценников никаких нигде нету. Не найти. Такой твердый и очень хороший. Как узнать цену на товар, если ценников нет? Вот все просто. Вот эти 249, через телефон. Эти 1700. Это что? Нужно скачать приложение. И он тебе потом скажет, товар яйцо луговое 1600-1700. Вот, видишь, все можно узнать. Чтобы узнать цену, нужно навести свой телефон на товар, на штрих-код товара. Давай еще раз наведи. Вот, наводишь. И он говорит, товар не найден. Почему не найден? А, этот найден. Ну, здесь найден. Вот все. Да. Можно узнать цену. Потому что ценников никаких нигде нету. Лук бывает мягкий, битый и подмороженный. А бывает вот такой твердый и очень хороший. А бывает вот такой на вид красивый, но он битый или давленный в мешке. Вот он мягкий. Вот молоко белорусское. Ценник стоит 457, но это не его ценник. Как узнать, сколько стоит это молоко? Опять же, наводим телефон и узнаем стоимость. Оно стоит 749. Молоко не соответствует ценнику. Может быть, ценник не соответствует? Или ценник не соответствует молоку.